чтобы в красках вам показать все чувства, которые я испытываю. Боже мой, почему это так тяжело переносить? Ну, на самом деле, честно, если то лицо не очень больно, вот очень больно вот эту зону. Прям вот декольте, я же решила все делать, лицо, шею, зону декольте и руки. Вообще плазма – это 100% мой биоматериал. То есть берут мою кровь, отделяют просто плазму, и именно вот эту плазму вводят вот такими частыми проколами под кожу. Что она делает? Осветляет. Вот из-за того, что я очень люблю загорать, у меня уже начали появляться мелкие пигментные пятна, то есть она осветляет пигментные пятна, осветляет в принципе лицо, сужает поры и повышает упругость. То есть это максимально безобидная процедура, ее реально можно делать абсолютно каждому, только там беременным, по-моему, у кого аллергии, либо еще что-то. То есть в целом я довольна. Мне еще просто повезло, врач у меня такая умничка, она мне всегда делает вот реально без синяков. Это, по-моему, вот который я вижу, первый синяк за все 5 сеансов. И, ну и, конечно, обезболиваемые. Я 30 минут лежу, чтобы максимально все было безболезненно. Ну, конечно, местами где-то есть прям аж вздрагиваешь, но что поделать.